Также хочу сказать, что сегодня я поставил последние две проповеди конференции, так что сейчас вся конференция на блоге нашем, на YouTube, где угодно. Так что милости просим, слушайте, собирайте крупицы, вернее, жемчужины Божьей мудрости, и благословит вас Господь. Обязательно, если вы не были на конференции, послушайте эту конференцию. Это была очень хорошая конференция. Господь посещал нас радостью и благодатью, и общением. Сколько было на конференции, Нина, вы не знаете? Вы не посчитали? По-моему, 1200, да, такая цифра была, да, нет? Ну ладно, хорошо. Давайте мы с вами помолимся и перейдем к Слову Божьему. Отец наш Небесный, благодарен Тебе, Господи, за то, что у нас есть поместная церковь. Поместная церковь, где Ты такой же верный, Господи, как и на конференции, так и в церкви в Балтиморе, в Варшаве, в Гданьске, в Клайпеде, в Бишкеке, в Алмате. Благодарим Тебя, Господи, за этот великий дар благодати. Мы можем, Господи, слышать Слово Твое. Мы и собрание святых. И спасибо Тебе за все. Благодарим Тебя за сегодняшний вечер. Мы молимся, чтобы Ты посетил нас сегодня, ободрил, обучал, Господи, наши сердца открытые для Твоего наставления. Слава Тебе! И во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Сегодня будет долгая проповедь, я сразу вам сказал. Давайте мы откроем книгу притчей. Книга притчей, 9 глава. Книга притчей, 9 глава. Притчи кого? Кого? Соломона. А кто такой Соломон был? Вы скажете, сами вы знаете, пастор. А я хочу, чтобы вы сказали. Кто был Соломон? Сын Давидов. Сын Давидов, очень хорошо. Дальше? Царь Израиля. Еще характеристики есть, нет? Многоженец. Многоженец. Скорее всего, это не так. У него было много жен и наложниц. Также он был тем человеком, которому пришла царица Савская. Помните эту историю? Но перед тем, как перейти к царице Савской, мы с вами... Вы знаете, у меня такой легкий дух сегодня. Просто я не знаю. Так что, если что-нибудь не то скажу, вы меня извините, пожалуйста, хорошо? Итак, 9 глава книги притчи. Седьмой стих. Поучающий кощунника или обучающий кощунника. Все знают, кто такой кощунник? Никто не знает, но ничего. Короче, нехороший человек. Поучающий кощунника наживет себе бесславие. Итак, тот, кто собирается учить кощунника, тот, что наживет себе бесславие. То есть это у него ничего не получится. Далее. И обличающий нечестивого пятно себе. Дальше. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Еще раз. Вы со мной? Седьмой стих. Поучающий кощунника наживет себе бесславие. И обличающий нечестивого пятно себе. Это означает... что человека, когда он находится в таком состоянии, или ветхого Адама, бесполезно обучать, бесполезно его наставлять. Почему? Потому что он пойдет против вас, что бы вы ни говорили. Я имею в виду, когда вы говорите духовные вещи, обучаете человека духовным вещам, если вам попался кощунник, вы потеряете свое время и наживете себе
Кого там? Бесславие. Да, бесславие. И также 8 стих. Обличающий кощунника, это означает обличение, это значит поправлять. Или когда человек что-то неправильно делает, наставить его на путь. И здесь говорится, обличающий кощунника, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Это говорит нам о следующем, что если я буду наставлять на путь праведный или на Слово Божие кощунника или гордеца или кого-нибудь из них, то он возненавидит меня, он не будет слушать меня. Но здесь так говорится, здесь удивительно, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Аминь. Обличение для кого? Для кощунника, для гордого, для надменного. Для кого обличение? Для мудрого, для нового человека, для второго, для последнего Адама, который живет в нас, который любит Слово Божие, и который, когда человек приходит и исполнен Духом Святым, то тогда это всякое обличение и всякое наставление будет чем? Прибавлением. Будет удивительным добавлением. Ой, давайте еще раз прочтем. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Как вы думаете, разве возможно проповедь без наставления? Разве возможно проповедь без обличения? И я хочу, чтобы вы правильно понимали слово «обличение». Потому что в некоторых церквях это слово сразу волосы поднимаются дыбом. Там один другого то и дело обличает. Я тебя обличу. Правильно? И там кощунник с кощунником встречается и друг друга обличают. И делаются врагами друг друга. Нет, так не будет работать никогда. Обязательно нужно слово для нового человека, для духовного человека. Тогда он возлюбит пастора, тогда он возлюбит тело Христа. А тот, который пришел с духом гордости и надмения, большая опасность, что он возненавидит проповедника. Заходите, кто там? Давайте, смелее. Вот мы вас и ждали, чтобы обличить. Аллилуйя. Интересно вам? Дальше. 9 стих. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Аллилуйя. Слышите, такое ободрение для нас, для каждого. И кто бы ни заходил в собрание святых, такое ободрение прийти не в состоянии кощунника или гордого, или надменного, а в каком состоянии? В состоянии мудрого, все правильно. Нового человека, последнего Адама, исполненного духа. Тогда мне понравится наставление. Тогда мне понравится обличение, потому что я буду полностью доверять сердцу Бога, что Он полностью горой за меня. Аминь, вы со мной? Дай наставление мудрому. А если я дам наставление нечестивому? Знаете, что это будет? Не бросай жемчуг, Иисус говорит, перед свиньями, потому что они не понимают ценности жемчуга. Они просто растопчут его своими ножками, а потом попрут на того, который им этот жемчуг предлагает. И это говорится о Слове Божьем. Аминь, вы со мной? Обличайте мудрого, и тогда мудрый возлюбит вас. Давайте наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Это всегда будет в плюс. Это всегда будет еще. Благодать на благодать. Да, Саша? Или благодать, как это? Благодать вместо благодати. Еще благодать. Всегда свежая картошка. Слышали, да, проповедь Александра? Это его холмар. Картошка. Благодать на каждый день свежая. Еще прибавить.
принимающий изобилие благодати, слушайте, кощунник не может принимать благодать, гордый не может принимать благодать, наставление, обличение, он сразу в штыки все будет воспринимать, отойдите от меня, не нужно мне, я сам, у меня опыт, у меня 8 образований высших из университета за плечами, что вы здесь мне лепечете вашими устами? И мы говорим, ничего страшного, мы знаем про это. А если мудрый здесь, если тот, который откроет сердце свое, есть, аминь, слава по благодати Божией, и ему будет благодать на благодать, и еще мудрости, и еще радости, и еще прощения. Да. Аминь. Аминь, вы свободны. Хорошо, я обещал царицу Савскую. О, давайте. 10 глава, 3 книга царств. 10 глава. Ох ты, прям открыл. 10 глава, 3 книги царств. Здесь. С 1 стиха. Царица Савская. Слушай, вы внимательны? Царица Савская. Не могу вам точно сказать. Но, скорее всего, это Африка, туда, к югу, к экватору. А может быть, это и в Казахстане находится. Ну, точно не знаю. Короче, далеко. Итак, царица Савская, услышав о славе... Вот я каждое слово. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа. Не просто так о славе она услышала Соломона, а как... Во имя Господа. Это означает, за Соломоном стоит Господь. Это не он такой, знаете, народился, понимаешь. Умный да разумный. Нет. Слава Соломона во имя Господа. Слушайте дальше. Пришла испытать его загадками. Знаете, на английском что написано? Пришла испытать его очень трудными вопросами. Очень сложными вопросами. Она пришла, услышала о славе Соломона во имя Господа. Она пришла, и здесь написано, пришла испытать его. У нас здесь тоже неплохое слово. Загадками. Это означает, что не так-то просто на них ответить. Аминь, вы со мной? На английском очень сложными вопросами. Это означает, что на базаре не найдешь таких ответов на вопросы. Не найдешь их на улице, не найдешь их на площадях, не найдешь их за столом, где люди выпивают вино. Это должно быть не особенное место. И я представляю, что у царицы Савской накопилось столько вопросов. Вы встречали таких людей, которые... Если они узнают, что вы верующие, да? А если они узнают, что вы чуть-чуть разбираетесь в Писании, они начинают вас спрашивать. Аминь, вы со мной? И вы еще не ответили на один вопрос, они уже задают второй, и потом третий. И говорю, ну постойте, погодите. Что о чем это говорит? У человека много вопросов в его сердце относительно очень сложных вещей. И царица Савская, она из тех дам замечательных, которая пришла испытать Соломона. Чем? Своими загадками. Ну, держись, Соломон. Аминь. Давайте дальше прочтем. Пропустил второй стих, с чем она пришла. Ну, давайте, ладно. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством, верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. 3 стих. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Вы знаете, если этот стих разбирать более детально, то там написано, Господь не просто объяснил ей вопросы, которые она задала, Он также ответил на те вещи, которые она даже и не произнесла. Аминь, вы со мной? Даже те вещи, которые
глубоко в сердце были, и она думала, интересно, задавать ему или не задавать. А тут она услышала ответы на все вопросы, и что? И даже на невысказанные вопросы. Ну и что произошло? Она была просто вне себя. Потому что это не Соломон отвечал на ее вопросы. Это кто? Это Бог отвечал на самые важные вопросы жизни. Потому что она пришла во имя Господа. Вы знаете, существует такой отрезок времени в жизни верующего, когда он услышал о славе Иисуса Христа, когда он принял Иисуса Христа, и когда он начал приходить в церковь, то у него куча вопросов, ну просто куча вопросов. И он задает, и он задает, и он задает, и он слушает проповеди, выходит и говорит: о, как здорово, сегодня я узнал это, сегодня я узнал то, сегодня для меня открылось это. И существует отрезок жизни христианской, когда мы получаем и получаем ответы на свои вопросы. Аминь, вы со мной? И я хочу сказать вам следующее, и также аудитории, которая смотрит нас по видео, что мы понимаем, что вы хотите задать сразу все вопросы в течение нескольких часов, или, я не знаю, или получаса. Но я хочу вас ободрить, что здесь тот, кто больше Соломона. И, пожалуйста, будьте терпеливы и продолжайте приходить на собрание и получать ответы на ваши вопросы, потому что я вас уверяю, и это не моя как бы бравада, но я вас уверяю, что вы получите ответы на все ваши вопросы, если будете приходить в смиренном, сокрушенном сердце мудрого. Аминь. И тогда вы будете вне себя и сказать: вот это да! Я пришла на собрание, или пришел на собрание, даже рот не успел открыть, задать вопрос. А что? А отсюда... Нате, пожалуйста. Да, Ксюш? У тебя есть вопрос? Ваня, у тебя есть вопрос? Я думаю, что да. Потому что это нормальное положение вещей. Я хочу знать. И я услышал о славе Соломона во имя Господа. И пришел издалека. И мое сердце открыто. И я говорю: Господи, никто не может знать это, потому что это глубоко в моем сердце, но я увидел, что посреди вас находится сам Господь Бог, который посылает проповедь для каждого сердца. Аминь. Знаете, что я хотел сказать вторым пунктом? Это хорошо, что у нас могут быть множество вопросов. Но вы знаете, от вопросов мы с вами обязательно должны переходить к мудрости. Аминь. Нехорошо будет, если человек останется только на уровне вопросов. И будет их повторять, и повторять, и повторять, и повторять. Нехорошо, когда человек останется на уровне вопросов и будет, как бы сказать, интересоваться совсем не основными вещами, которые проповедуются здесь в церкви. Есть такая небольшая поговорка: сколько демонов размещается на булавке, да, или как это, на игулищем ушке. Вы знаете, церковь можно, как бы сказать, превратить в то место, где обсуждаются совсем никчемные вещи. Вы со мной? Совсем никчемные вещи, которые не приносят ни малейшего назидания в церковь.
Я хочу сказать следующее, что в церкви обязательно должно быть звучать слово с кафедры для назидания, также и на дискуссиях должно звучать слово для назидания. Везде должно звучать слово для назидания, чтобы мы с вами, чтобы дьявол не увлек нас в бесконечные ответы на вопросы. Один придет, задаст, второй придет, и то же самое, и то же самое. Знаете, что происходит в этом случае? Происходит следующее, что дьявол увлекает нас, и мы начинаем дискутировать по никчемным вопросам и тратить свое время. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что, например, идет дискуссия, такая тема хорошая, и в этой дискуссии мы так движемся вперед, и человек поднимает... Я не говорю, что не нужно вопросы задавать, задавайте вопросы. Но проповедь сегодня звучит на эту тему. Вы понимаете, да? Слушайте, вы мудрые, принимайте наставление и возлюбите это наставление. Аминь. Вы со мной договорились? Идет дискуссия, и все такие, и кто-то, можно я задам вопрос? И задает вопрос, который вообще уводит всю дискуссию и всю церковь куда-то в Африку. Вы представляете, если вовремя это не остановить, то вся церковь очутится в Африке и не поймет, как мы здесь оказались. У нас такая тема была замечательная. Господь добавлял, и добавлял, и добавлял, и добавлял. А потом встает, и значит, чаще всего это, чтобы высказать свой, какой, а у воробушка копыта раздвоенная или нет? Вы со мной? И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе он говорит, как здорово, слушайте, итак, 1 Коринфянам, 2 глава, ой, мне так много хочется сказать, но я не успею все сказать. Мы оставим это для дискуссии. Итак, 1 Коринфянам, 2 глава, 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между зрелыми людьми». Еще раз. «Мудрость же мы проповедуем между зрелыми людьми». Это означает, что должно пройти это время младенчества. Как? У вас дети же есть, да? Слушайте. В какой-то период времени это сплошной вопросительный знак. Аминь, да? А это что? А это куда? А это почему? А это да, 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 да. Это вот сплошной вопросительный знак. Почему? Знать хочет человек. То же самое, и когда верующий только рожден свыше, приходит собрать, а это почему? А это что здесь стоит? А это почему там сидит? А это. Постоянный вопросительный знак. Но вы представьте себе, что человек должен возрастать, что он должен обучаться и становиться зрелым, аминь, чтобы он уже начал сконцентрирован был на важных вещах, на Иисусе Христе. И послание к евреям говорит, что вы настолько углубились там в суд вечный, там в крещение и так далее, 6 глава, что это самое, вас выкапывать оттуда надо, вас доставать оттуда надо. У вас настолько яркие дискуссии по поводу предопределения, что вы погрузились туда, как в черное море, и вас за уши нужно оттуда вытягивать. Вы со мной? Ой, слушайте внимательно. Так много сейчас церквей, которые дискутируют по таким бесполезным вещам. И послание к евреям, 8 главе, говорит, главное же в том, что мы имеем такого первосвященника, Христа, силу Божью, спасение. Он в нас. Он сделал нас мудрыми, дав нам сердце мудрое.
И Он хочет, чтобы мы с вами перешли от многочисленных вопросов бесконечных. Кстати, человек может задавать вопросы и совсем не быть заинтересованным услышать ответ. Знаете почему? Потому что у него же есть ответ. И если его ответ, который он задает на вопрос, не совпадает с тем ответом, я не запутал вас ничего, с тем ответом, который он слышит, тогда ему не интересен этот ответ. Потому что он задает вопрос, чтобы только высказать свой ум. И Господь говорит, мудрость же мы, то есть нашу позицию, наше царство, наше взаимоотношение с Иисусом Христом, что мы с вами здесь на земле получили высокий призыв. Аминь. Это означает, давай, пошли, я отвечу на все вопросы, говорит Господь. Но не оставайся на этом уровне. Пускай твое сердце наполняется благодарностью Бога, славой Бога, поклонением, молитвой. И чтобы ты ходил как человек, который уже готов принимать твердую пищу, мудрость для того, чтобы ты стал служителем и шел в своем высоком и святом призыве от Иисуса Христа. Потому что у каждого из нас есть высокое и святое призвание. Если для вас это откровение сегодня, не зря вы пришли в церковь. Есть для каждого свой призыв. И мы говорили в Калининграде, ой, как жалко, что мы не записали проповедь в Калининграде. Мы говорили в Калининграде о следующем, что жизнь человека никогда не будет так хороша, как если бы она прошла в призыве Господнем. Аминь, вы со мной? Никогда не будет удовлетворительно, если я не иду в призыве Господнем. Пастор Шаллер говорил удивительные вещи, что часто мы начинаем с себя начинаем и заканчиваем собой. Но когда мы с вами возрастаем, и наш новый человек укрепляется, мы начинаем со Христа и заканчиваем Христом. Аллилуйя! И мы возрастаем и становимся зрелыми верующими, неэмоциональными, которые пришла, и слов у меня нет, как здесь классно у вас. И я и это увидел, и Соломон, и как он пошел в этот дом Господень, и слуг его, которые там все служат, и военачальников его. Да, это все здорово, но ты пришла во имя Господа Бога Израилева, который хочет открыть для тебя такие удивительные вещи, что глаз не видел, что ухо не слышало, и что не приходило на сердце человека. Будь терпелив. Ты получишь ответы на свои вопросы. Обязательно. И это сделает не пастор и не старейшина. Это сделает Христос. Ну а пошли дальше. Есть нечто лучшее. Есть жизнь благодати и мудрости. Давайте мы прочтем. 6 стих еще раз. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. То есть между зрелыми верующими. Но мудрость не века этого и не властей века сего приходящих. 7 стих, слушайте внимательно. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, то есть сокрытую, которую, слушайте, ой, как здорово, которую предназначил Бог прежде веков, и мне так нравится, к нашей славе. Аминь. К нашей славе. Это означает, что мы перестаем уже быть младенцами и начинаем быть мудрыми людьми, которые начинают обучать учеников, начинают говорить мудрость Христа. 8 стих. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаза, не слышал во ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи».
Мы с вами говорим о следующем, что в церкви обязательно должно звучать слово назидания. Аминь. И оно обязательно должно звучать среди людей, которые приготовлены в своем сердце, исполнены Духом, и тогда наставление и обличение будет принято как с радостью. Аминь. Кощунника хоть занаставляйся, хоть заобучайся. Он возненавидит тебя. Аминь, вы со мной. Обучай мудрого. Обучай духовного человека. И он будет обучаем, и он будет становиться зрелым верующим. И в заключение, несколько наставлений апостола Павла своим ученикам. И я думаю, что они в тему нашу сегодня. Итак, 1 Тимофея, 1 глава. Как здорово. Вы готовы? Четвертый стих. Итак, Павел пишет Тимофею, молодому пастору, о том, чтобы он очень внимателен был к тому, что церковь – это место назидания. Аминь. Церковь – это место назидания. И он пишет, что люди, чтобы они и не занимались баснями и родословиями бесконечно. Я представляю, иудеи это самое, берут микрофон, здесь такая замечательная дискуссия идет о славе Христа, аминь, о мудрости, которая вливается в наше сердце, чтобы мы вышли, и Христос воссиял в нас. Тут берут иудеи микрофон и говорят, слушайте, а вы знаете, что я из колена Вениаминова? Или Иудина? И что? И дискуссия куда пошла? Я даже так скажу, дискуссия под откос пошла. И здесь говорится, занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере. Аминь. Знаете, что пастор Шалер, когда приехал в Будапешт, он диву давался, когда только церковь начала насаждаться, он диву давался. Насколько дискуссии они перерастали просто в бесконечные споры. Вы представляете, да? Он говорит, я не понимал, что это такое. Перебивают, вот как у нас на этом, на первом канале, на втором, все кричат и никому не это самое. Не важно, кто там что сказал, главное, что... Это просто невероятно. Вы разве не думаете, не знаете, что в церкви так может быть? Еще как может быть, если на это не обращать внимания? Если не сказать вовремя, хорошо, дорогой, мы ответим на твой вопрос. А сейчас Бог обучает нас мудрости. Аминь. И здесь говорится, что... я же не сказал. Чего вы молчите? И пастор Шалер на его высшем уровне принимает решение и говорит, так, теперь наша дискуссия происходит только таким образом. Всякий, кто хочет сказать какое-либо утверждение, имей обязательно с собой библейский стих на эту тему. Знаешь, что произошло? И тишина. Почему? Да потому что мы с вами мастера высказывать свое мнение, с пеной у рта, выкопать какой-то супер перевод, который мы там перевели, ассирийский какой-нибудь перевод, или я не знаю, пастор Бена, какой там этот? Арамейский. Он все уже на арамейском читает. Пастор Бен это особенный человек, благословит его Господь. Но вы понимаете меня, аминь? Потому что в церкви должно быть обязательно Божье назидание в вере.
И никаких споров, как никаких противостояний. Почему? Почему? Потому что человек должен выйти из собрания святых, какой? Даже не, вы, не выйти, а какой? Вылететь. Аллилуйя. Слушайте, а какой он выйдет, если здесь споры? Давайте еще пару мест прочтем. Аминь, да? Итак, прочтем. 1 Тимофея 4, глава, 7 стих. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. А, вы понимаете, да? Нет, значит, этого не должно, собрание негодные басни. А как вы думаете, мужчины могут начать говорить бабьими баснями? Могут, да? Еще как могут. И уводить за собою. И пастор не может уже понять, вроде мы начали за здравие, заканчиваем за что? Заканчиваем за упокой. Кто? Где нас? И Павел говорит своему ученику: слушай, дорогой, будь бдителен, потому что тебе верено стадо, тебе верены люди, которым нужно обязательно выйти из собрания святых назидаемыми, наполненными, и которые увидели Христа. Аллилуйя! Ой, как здорово! А всяких бабьих басен удаляйся. И Титу пишет апостол Павел. 9 стих. 3 главы. Итак, Титу, 3 глава, 9 стих. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и пустые. Вы со мной? Удаляйся. Знаете, я уже не могу припомнить, сколько раз я отвечал на вопрос, когда мы проповедуем благодать и вечную защищенность, и человек подходит и спрашивает: ну что тогда? И вы закончили на вы? И что тогда? Все можно? Вы со мной? Слушай, а почему бы тебе не иметь сердце царицы Савской? Почему бы тебе просто не прийти ради Господа и просто не позволить Богу начать служить тебе на каждом собрании, на каждой дискуссии, на каждом библейском уроке? И Господь будет тебе мало-помалу. Я помню, как я пастор Владислава засыпал вопросами. Пастор Владислав на меня так смотрел. У него интересный взгляд. Давай пошли в библейский институт. Да, конечно, ладно, потом. А вот это вот как это? Он опять: слушай, давай пошли в библейский институт. Слушай, давай пошли. И он, слушайте, был терпелив со мной, честное слово. А у меня почему женщина не может быть пастором? Он так, он знает, что слушай. Да, да, ты сейчас на уровне этого, ну не кощунника, но что-то там рядом. Младенец, который еще. А вот это, а вот на языках, почему у вас не говорят, а крещение это, вы знаете? Не я, конечно, эти все вопросы задавал. Пастор смотрел на меня: слушай, дорогой, пошли в библейский институт. Так я-то не понимал, что когда я сяду за парту, когда я раскрою свое сердце, Господь мне ответит на все вопросы. Да так ответит, что я уже десяток лет отвечаю на эти вопросы. Вы со мной? И Господь через меня убеждает людей, это именно так, это именно так. Спасение вечное. Иисус верен, любит. Благодать на благодать. Слушай, садись, приходи, садись.
пусть сердце у тебя будет открытое, потому что, когда ты будешь мудрым, тебе будет прибавляться и прибавляться и прибавляться и прибавляться, и ты скоро почувствуешь, что ты стал зрелым верующим и стал воспринимать слова мудрости и здравого смысла, которым стал служить другим людям, которые окружают тебя, которых та же самая ситуация, которая много имеет вопросов, и хотели бы задать эти вопросы, но боятся, знают, что не так посмотрят, знают, что, может быть, человек не знает. Много вопросов, и кто еще ответит, как не Иисус Христос, и как не люди, которые обучены мудрости Христа и могут послужить другим и идти в своем высоком и святом призыве и жить уже не для себя. А говорить: Господи, ты ответил даже на те вопросы, которые тебе не задал, и продолжаешь отвечать. Но не на них мой фокус, а на тебе, чтобы ты все больше и больше возрастал во мне, и чтобы я все больше и больше становился зрелым верующим. И если идет дискуссия, и если я встаю и делаю комментарий, то я делаю его, знаете, какой комментарий? Который добавляет к дискуссии, добавляет к духовности, добавляет к мудрости. Аллилуйя! И тогда Господь обучает своих людей. И мы говорим: истина, я вне себя от того, что здесь происходит. А мы говорим: оставайся. Наступит время, когда твои эмоции перейдут во что? В зрелость. Аминь. И ты станешь назидающим Словом Божьим человеком. Отец наш Небесный, благодарен Тебе, Господи. Благодарен Тебе за последние слова апостола Петра, 2 Петра, 3 глава, 18 стих. «Возрастайте в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Познавайте Его». «Возрастайте в благодати» — это означает, что пусть ваше сердце будет мудрое, и вы будете прибавлять к себе всякое мудрое слово, всякое обличение, всякое наставление, всякое ободрение, и будете возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус. А когда мы возрастаем, Господи, наши вопросы заканчиваются, и Ты становишься великим в нашей жизни. И мы начинаем жизнь поклонения и превозношения, и славы, и хвалы, и песни. Спасибо Тебе, Иисус. И тогда Ты открываешь нам Твой святой призыв для каждого. Он у каждого разный, но каждый прославит Тебя через Твой призыв. Спасибо Тебе, Иисус. Обучай нас, Господи, быть назидающими тело Христа. Обучай нас проводить время в дискуссиях за важными вещами, за жизненно необходимыми, где Ты говоришь к нашим сердцам и передаешь нам мудрость, которая будет действовать любовью. Спасибо, Иисус. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, мы говорим вам сегодня: придите к Нему. Вам не нужно приходить, как к царице Савской, за 39 земель, чтобы видеть Соломона. Христос от вас в одном шаге веры, в одной молитве. Он Спаситель, и нет другого. Не найдете вы того, кто любит вас так, как Он, безусловной любовью. Придите к Нему такие, как вы есть сейчас, и скажите: Иисус Христос, я верю в Тебя, я верю в Твою любовь ко мне,
Я верю, что ты умер за грехи мои на кресте Голгофы. Я верю, что ты воскрес на третий день. Я прошу тебя, спаси меня, Господи. Подари мне вечную жизнь. Я хочу быть с тобою. Веди меня. Обучай меня. И, пожалуйста, ответь на вопросы из моего сердца. Мне нужно знать, кто ты. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь. Спасибо.